Областное радио. Песня так и называется «Новосибирск». Есть ли у нее какая-то предыстория короткая? Причем музыка и тексты чьи? Мое. Вот, все мое. Все я сама, все своими лапками, своими. Да-да-да. Все сочиняю. Ну, сколько этой песни, может быть? Ох, вот, этой песни около 7 лет. Лера Сибирь, Новосибирск. В эфире «Радио 54». Очень рада, что Лера на радио. Давайте послушаем. Знакомы мы так давно, с тобой делю я всю жизнь. Так незаметно и так легко в мое ты сердце проник. Сказать красив не могу, увы, но друга стать всегда готов. В тебе так прочно переплелись мой дом, друзья и любовь. Ну, привет, мой родной город ласковый, столько лет пролетело, как миг. Мы с тобой ко всему здесь причастные, мой родной город мой Новосибирск. Узнать тебя суждено тому, кто горд сибирской судьбой, кто сердцем честен и потому не смог расстаться с тобой. Меня тебя не смогу, поверь. Не потому что. Просто все хорошо. Просто все хорошо. Продолжаем. С тобой, расставшись на пару дней, к тебе обратно стремлюсь. Ну, привет, мой родной город ласковый, столько лет пролетело, как миг. Мы с тобой ко всему здесь причастные, мой родной город мой Новосибирск. Ну, привет, город ласковый, столько лет пролетело, как миг. Мы с тобой ко всему здесь причастные, мой родной город мой Новосибирск, мой родной город мой Новосибирск. Город мой, мой родной Новосибирск. Но не обманешь слушателей. Вы не представляете, Лер, что происходит сейчас. Во-первых, под вашу песню «Новосибирск» танцуют в офисах нашего города и да, выкладывают видео доказательства происходящего Евгения, который говорит, что ну все, Лера просто сделала наш день. Смотря а главное, что теперь никто не скажет, что мы тут плюс включаем, мы, значит, всех обманываем. Да, все по-честному. А вот в этом и есть вот суть творчества, которое сразу попадает в сердце. Когда ты делаешь то, что ты любишь, вот если ты искренне делаешь, да,
да, вот с любовью. Конечно. Как давно музыка в вашей жизни? Музыка со мной. Да считай, что лет 10, ну, пока лет 10, но лет 20 я уже пишу стихи, а вот 10 лет назад ко мне она пришла во сне. И я начала... А это как? Ну, а вот просто она приснилась. Приснилась музыка. Я проснулась среди ночи, думаю, опа, похоже, со мной что-то происходит не то. И с того момента песни приходят. Песни, музыка, отдельно стихи. Ну, в общем, это такая сборная солянка, которая выплывает вот в такие... А, давайте дальше наслаждаться. Что это будет за история и как она появилась? А история про людей, которые живут в разных городах. Про столицы. В Москве вот и так. В Новосибирске. И вот они очень хотят быть вместе, но что-то их держит там. Возможно, работа, возможно, что-то. И они оба мечтают об отпуске, ну, который нам так всем необходим. Но мы не говорим об отношениях на расстоянии, да? То есть это просто разные города. Это просто разные города. Да. Давайте послушаем «Перелетные птицы», Лера Сибирь. Друзья, делайте громче. Разглядеть ночи, звезды на небе. Я здесь, где, как всегда, самые длинные бурные реки. Ты там, а я здесь. Сердце границы понять не умеет. Тебе буду я петь сквозь расстояние и время. А мы с тобой перелетные птицы, никогда не узнаем границ. Когда-нибудь день помножим на 30 и улетим прочь из столиц. Когда-нибудь уже взрослые люди нас никто не осудит. Мы с тобой вдвоем лишь где нам с тобой ночь напролет не гулять до рассвета. Я здесь, где ты со мной не проживешь эту жизнь беззаветно. Ты там, а я здесь, но не страшны нам преград километры. Тебе буду я петь песню любви, принесенную ветром. А мы с тобой перелетные птицы, никогда не узнаем границ. Когда-нибудь день помножим на 30 и улетим прочь из столиц. Когда-нибудь уже взрослые люди нас никто не осудит. Мы с тобой вдвоем лишь улетим. Все вместе, город и область, на одной волне, в эфире радио 54. А мы с тобой перелетные птицы, и никогда не узнаем границ. Когда-нибудь день помножим на 30 и улетим. Ведь мы с тобой перелетные птицы, и никогда не узнаем границ. Когда-нибудь день помножим на 30 и улетим прочь из столиц. Когда-нибудь уже взрослые люди нас никто не осудит. Мы с тобой вдвоем лишь улетим. Для того, чтобы гул... Как вот. А да, что будет дальше? Что это за история? Будет очень нежная, очень романтичная и даже чуть-чуть сексуальная песня «Капли дождя». Так. Это передал в том, то, что нужно. Да. Немножечко пощекотать нервишь. Давайте. Это мы любим.
на твою ладонь. Я прошу тебя, ты меня не трогай, ты меня не трогай. В коже твоей растворюсь сама. Наслаждайся мной, я твоя весна, я твоя весна. Каплей дождя под кожу нежно и осторожно. Я люблю невозможно, и ты. Знаю, меня погубишь, таю в твоей я стуже. Ты мне как воздух нужен, и я. Каплей дождя на твои глаза. Ты меня не трогай, я твоя слеза, я твоя слеза. Эта душа твоя тает вновь. Наслаждайся мной, я твоя любовь, я твоя любовь. Каплей дождя под кожу нежно и осторожно. Я люблю невозможно. Твоей я стуже, ты мне как воздух нужен, и я. Когда весна к тебе придет, растает в сердце лед. Снега, я растоплю в душе, раз и навсегда. Знаю, даю, ты мне как воздух нужен, и я. Каплей дождя под кожу нежно и осторожно. Я люблю невозможно, и ты. Жарко-то стало в студии. Слушай, Радио 54. Слушай, любая из этих песен заняла бы почетное место в эфире Радио 50. Радио 54. Первое областное радио.